За прошедшие сутки на театре военных действий произошли следующие изменения. На Изюмском направлении поступила информация от штаба ДНР, которые сообщили о взятии поселка Сидорово. Теперь по направлению между Славянском и Сидорово остается один незанятый населенный пункт – село Маяки. На Луганском направлении окончательно зачищен Лисичанский нефтеперерабатывающий завод. Часть украинских военных отступила с территории НПЗ в Золотаревку. Линия фронта проходит по железной дороге в районе станции Новозолотаревка, где идут ожесточенные бои. ВСУ продолжает удерживать канал через Белогоровку на Северск для возможного отступления. В самом Приволе идет зачистка остатков украинской группировки. Западнее Лисичанского НПЗ российская армия развивает наступление в сторону Северска с двух сторон. С Николаевки на Спорной и самого завода на Верхнекаменское, выбив противника из Верхнекаменки. Союзные силы продолжают сжимать ВСУ в районе Лисичанска. Выбиты ВСУ из населенных пунктов Малорязанцево и Тополевки. Этот успех подтвердил в своей сводке украинский генштаб. В освобожденной Волчьяровке российские войска водрузили Знамя Победы. После ухода российской армии со Змеиного украинские военные не спешат высаживаться на остров, понимая, что станут хорошей мишенью для российских ракет. Официальные украинские лица заявили о необходимости создания условий для окончательного контроля над островом. Пока Змеиный остается серой зоной.